Всем привет! С вами канал «Еда на любой вкус». Когда остаются помидоры, всегда можно приготовить очень вкусный огонек. Сегодня я поделюсь с вами проверенным рецептом. Огонек получается очень вкусный, и он точно достоит до зимы. Давайте же посмотрим, какие ингредиенты нам понадобятся. Помидоры 3 килограмма. Предварительно я их уже хорошо помыла и порезала на более мелкие кусочки, чтобы удобнее было перекручивать через мясорубку. Также еще возьмем 2 стручка горького перца, стакан очищенного чеснока, стакан сахарного песка, соль берем по вкусу 2-2,5 столовых ложки и 1 стакан 9% уксуса. Я его буду делать из 70%. Ну что ж, самые простые ингредиенты, давайте приступим к приготовлению. Кстати, чтобы огонек не отслаивался, после того, как вы подготовили помидоры, порезали их на небольшие кусочки, они обязательно дадут сок. Этот сок лучше не добавлять в общую массу. Вместо него лучше дорежьте пару-тройку помидоров. Тогда огонек будет немножко гуще и точно не отслоится. Теперь мы перекручиваем на мясорубке очищенный чеснок. Горький перец мы очищаем от семян и прокручиваем вслед за чесноком. И теперь пропускаем через мясорубку подготовленные помидоры. Ну что ж, помидоры, чеснок и перец я перекрутила. Получается достаточно вот такая густая масса. От нарезанных помидор остается вот сколько сока, посмотрите. Этот сок я заменила помидорами. Так что общее количество вот перекрученных помидоров должно быть 3 килограмма. Теперь мы сюда добавляем 1 стакан сахара, 2,5 столовой ложки соли. Вы можете добавить 2 ложки, а потом, когда уже огонек настоится, можете попробовать добавить еще по вкусу соль. И стакан 9% уксуса. Все перемешаем. И теперь нужно оставить огонек при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы хорошо растворился сахар, соль. Периодически будем его помешивать. Спустя 4 часа огонек настоялся, растворился сахар и соль. Теперь раскладываем по чистым банкам. Банки и крышки предварительно я стерилизую. Закрываем банки стерильной крышкой и убираем храниться в темное прохладное место. Такой огонек можно также хранить в холодильнике. Ну что ж, огонек готов. Все быстро, просто, а главное проверено. С вами был канал «Еда на любой вкус». Обязательно подпишитесь и не пропускайте новые рецепты. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями и до скорой встречи. Пока!